Ну что, продолжаем движение по университету. Пойдем туда. А, там стадион, что-то ремонт. Посмотрим. Ну да, хочу посмотреть. А вот здание называется Тахо. Тахо Холл. Видишь, так же как название озера. Вот здесь есть Тахо Холл. College of Business Administration. Office, вот, пожалуйста, Тахо Холл. Нет, сегодня воскресенье, наверное, закрыт. А тот мы не посмотрели, там тоже как-то называется. Вон там была табличка. Ну ладно, пойдем посмотрим на стадион. А вон елка какая интересная растет, прикольная. А стадион, какая-то реконструкция идет стадиона. Там стоит, там еще есть туалетик маленький. Маленький туалетик, да. И мы это здание можем обойти вот так по дорожке с той стороны и посмотрим, что там еще есть. Вот видите, все здания на территории университета бетонные. Вот я еще сколько шел, все здания бетонные. Ни одного такого нету. Либо оно давно строилось. Вот, вот это вот, вот этот корпус тоже из бетона. Точно так же, как у нас. Таких вот плоских, как школы, допустим, таких тут нет. Вот школы практически все такие. А это здание называется Амадор. Амадор. У каждого здания есть свое название. Видите, как не так, как у нас. Там ищите номер там 256, 358. А тут на территории все под названиями. Краусдер Фенс. Короче, какой-то... вот он стадион университетский. Или это еще не сам стадион? Там вон паркинг какой-то большой, так понимали. Что это за здание? Пошли в тенек на ту сторону. А, вон еще стадион. То стадионов много. Молодец. Под дерево. Под дерево. Ты снизу, под деревом. Ты не за деревом, а под деревом. Under the tree. Да? А вот какое-то здание. Какое-то на бассейн похоже, стеклянное. Кстати, туда идет народ, на великах едут. Там, наверное, что-то сегодня работает. Ну, давай там сходим. Может, бассейн? Очень, очень так как-то уж на бассейн чем-то. А вон паркинг гигантский, смотри, сколько этажей. Это здание на Тахо, что мы смотрели сзади. Они учатся рыбалить. Да. Давай сюда. Давай, мы идем, мы идем туда и посмотрим это здание. Хорошо? Я хочу там зайти, что там такое есть. Ты хочешь посмотреть, что там такое есть? Да. А как ты думаешь, что там есть? Бассейн, наверное. Бассейн, наверное. Вот смотри, опять для велосипедов стояночки. Везде для великов стояночки. Давай зайдем мне в магазин. О, это не магазин. А вот здание называется как? The Well. The Well. The Well. The Well. Recreation and Adventures. Student Health and Counseling Services. О. Тут Counseling Services. Канцелоры тут находятся, скорее всего. Типа администрация, не администрация, ну да, типа администрации. Что тут написано? Ну вот тут видишь, канцелярство. Да? Спортзал. Да. Давай, я хочу там спорт. Вон занимаются, качаются. Ну, для студентов, да.
Да. О, видишь, люди там занимаются спортом. Тренажерные залы здесь. Вон бегают. Студенты тут занимаются спортом. Ничего себе, такие огромные. Народу сколько в воскресенье, слушай. Полно народу внутри. Люша, не лазь. Пошли. Да не надо смотреть, там люди занимаются. Ну что, пойдем по дорожке обратно? И туда за угол заглянем. Ой, глянь, сколько великов там стоит. Пошли за угол тут глянем или не пойдем? Вот такое здание. Health. А там медицинский центр, вон какой-то. Health Services. Хочу там зайти вверх. Вверх? Да. О, даже вот открылись ворота. И мы можем глянуть, что там. Перец перезанимался. Ну, перец. Ну, крутой перец. Такие плечи, смотри. Вот так сделал, а вот так. Да? Да. Вот сколько великов. Не, не надо, а что мы там делали? Вот сколько великов. О, кстати, мне вопрос задавали. На каких великах ездят в Америке? Какие велики популярны? Вот велики студентов. Ржавенькие, старенькие. Вот, пожалуйста, вам. На чем ездят студенты? Да? Вот это вообще, смотрите, ужасно. Это вообще ужасный, да? Ну вот дешевые, мангус. То есть, вот спешлайзит более-менее неплохой, да? Вот хороший велик. Вот еще один спешлайзит. Ну, мангус вон тот, дешевка. Это вообще дешевый велосипедик такой. Ну и джант тоже из таких средненьких. Вот вам, пожалуйста. Ездят на всем. Даже вот на таких ржавых корытах приезжают. Вот. Скейтборд. Вот для скейтбордов. Видите, кто приезжает на скейтборде? Вот стояночка, пожалуйста. Skateboards only. И сюда цепляете, и замочек. Закрываете свой скейтборд. Многие очень, я видел, ездят на них. Ну что? А, вот где у них стадион. Ого, какой ветер. Вот где стадион. Тут был маленький стадион. Тут такой ветер сильный. Ветер здесь, да? Да. Ну тут, короче, здесь сильный ветер. Не знаю, звука тут вообще, наверное, не будет. А мне слышно чуть-чуть. Вот такой вот большой стадион. Мы тогда видели маленький стадион, там, где реконструкция идет. А вот это уже большой их стадион с большими зрительскими трибунами. Да, вот такой вот стадион в университете. И огромная автомобильная многоэтажная стоянка. Пойдем. О, полиция приехала. Полиция, кстати, сейчас ездит на фордах, эксплорерах, вот таких новых. Вон, видите, поехал. Я думаю, потихоньку они все на них пересядут. Уже эти машины, наверное, не закупаются. Такие, которые привычные нам полицейский интерцептор. Стоянка огромная, многоэтажная. Видите, наверное, когда... Пойдем, Полюш. А вот тут дорожка есть. Я тут уже видела. Вот
автотранспорт, на котором ездят студенты. Это там ребеночек сидит. Да? Там у нее ребеночек. Это ветер сегодня поднялся. Вот такой вот он университет. А вот опять emergency. Да? Вон она горит, синенькая лампочка. Здесь вы можете вызвать emergency, если кому-то там плохо или что-то случилось. Это уже третий столбик emergency я на территории университета нахожу. Хотя мы толком еще... Где? Я два видел там. Ага, вон, да, сейчас мы еще дойдем до следующего. А, вон еще, ага, да, вон еще один. Короче, помощь тут полно. Вон она с мигалочкой синенькой сверху, они горят. А вот сразу здесь поднимемся, по-моему, здесь заезд на эту велосипедную дорожку. Вау, какой стоит этот корвет. Шевроле корвет, смотри, красненький. Студентик ездит какой-то, мажорик. Ну что недорого, 20, там в базовой комплектации 1025, наверное, или 28 новый. Сейчас еще посмотрим, что тут и как тут. Полицейская машина стоит. Почему? Смотрит за порядком, чтобы был порядок везде. Правильно? Давай, выброси бумажку. Вот. Хорошо, кидай. Вот видите, ребеночек приучен. Нету мусорки, будет идти с бумажкой, пока не найдет мусорку. Увидит и побежит. Так хорошо, да, так я же говорю. У нас в Беларуси тоже мусорок много, соответственно, дети приучены. А если их нету, то куда он? В карман? Ну да, в карман. Это ж надо приучать. Вот. Вот опять велосипеды. Вот даже мопед с мотором. Газовый мопед. Да. Как там в деревнях у нас говорят? Моторока. Моторок. Он полисмен. Мы что-то не тут вышли, да? Мы не тут вышли. Не тут вышли. Ха. Смотрите, полицейский нас поприветствовал. Только я что-то не понял. Хай ты сказала? Я ему сказала хай. Хай, правильно. Подожди, я что-то тоже сам заблудился. Должен был быть подъем наверх. Бай. Нет, я сказал тоже хай. Бай это пока. Бай-бай. А хай. А хай это привет. Кто-то решил это игнорировать. Кто-то игнорировал столб и конкретно на него наехал. Вигнор ваш желтый столбик запустил. Игнор. Я не пойму, где подъем, куда мы идем вообще? Должен был... А, вон фонтан вижу, а там был возле нас фонтан? Вон льет. Нет, это не тот фонтан, другой. Так, вообще-то мы вроде по дороге идем, да? Да. Полюша, давай с бочку сбоковись. Вот тут что-то сильно шумит, потому что оно сильно перекачивает. Да, я вижу, что-то шумит сильно. Да. А на поливай вот это. Кустики поливай. Вот тут стояночки такие. Короче, дальнейший обзор. Я как-нибудь на велике приеду, по всему университету поезжу. Потому как мы... Фонтан я видел вон там. А, вот фонтан.
Вот фонтанчик рядышком, Павлюша, мы сейчас к нему попадем. Только я никак не увижу, как мы сюда попали вообще. Наша машина вообще за речкой. Мы еще даже мост не нашли, где переходить реку. Но хорошо, что здесь есть тротуары. Вот написано, видите? Pedestrians only. Только для пешеходов. Тут даже на великах ездить нельзя. Но они вон едут. Но здесь, вот видите, реально можно гулять. Если вы живете возле университета, то сюда можно приходить просто гулять. Очень классно, огромная территория, много чего интересного. Прямо барчики на территории есть. А я не вижу, как это кружок. Серноплаза. Что? Да, Серноплаза. Да. А, это паркинг с этой стороны. А здесь написано Bookstore. Магазин, книжный магазин. Rent and Save. Да. Книжный магазин. Там была библиотека. Серноплаза. А, вон, кстати, байк трейл. Мы вдоль идем. Мы сейчас должны дойти, по идее, до того места, где мы там переезжаем. Вот, а это у нас University Union. Тоже университетские корпуса какие-то. И даже в воскресенье довольно много там тусуется студентов. Они же кушают. Да. А там холодная вода. А вон наши рыбаки. А вон рыбаки наши идут. Вот такой тут фонтан. В общем, университет как город. Город в городе. Вот такая красотища везде. Ходишь, гуляешь, улицы. Вот видите, стоянки для великов. То есть хотите пешком, хотите велосипед, оставляете велосипед, идете в этот большой книжный магазин. Там внутри вон Сакраменто стоит. Это огромный книжный магазин на территории университета. Может, там еще что-то продается, в следующий раз зайдем. Вот. А... Ты на... Ракушку поймал. А я в самую серединку залез. Мы нашли вас вот по этому. Вот розовая майка. Все, Ян закончил рыбалку. Да. Поймал какую-то ракушку. Не надо. А вот мне слушай, а тут какое-то здание. Тут может быть это столовое, типа питание. И или... тут не еда полагается. Может минут 5 там здесь постоял. И вот сказал, давай пойдем. Я хотел позакидывать еще много раз. Что-то пахнет вкусно. Это столовка, наверное, ихняя, да? А зачем вы нюхаете? Какие-то барчики или что пахнет. А, вон, да, тут можно покушать пойти. Слушай, а где тут этот динь-дон, как церковные колокола где-то бьют? Мы думаем, это колокол или электро? Наверное, электро, но здесь, наверное, какая-то церковь или что-то, почему оно бумкает? Уроки начинаются. Ну, пахнет вкусно. Это Union. Что это такое Union? На французском говорят? А. Слышишь, а Union это что значит? Library. Union. Ну, Union, да. Ну, а почему здесь так вкусно пахнет в этом Union? Почему вкусно пахнет там, где Union? А что тут нарисовано? Подожди, все фотографируют, я тоже хочу снять. 3D? Ну, смотри, она как будто выломана по реальности стенки. Смотри, по реальности. Ну, не знаю. Ну, не совсем, да. Но кого-то так все равно. Не знаю, есть ли эффект. Па, можно еще? Я научился закидывать далеко. Вот смотрите, есть ли эффект, что стенка проломана? Надо, наверное, с большего расстояния отойти. С больш... Я научился. Я далеко научился закидывать. Молодец. Надо, знаешь, что не сразу отпускать, а подождать, когда он так... Да. А потом отпускать. Ну, да, конечно. А ты только понял, когда там... Потом с тобой нам пытались...